В Акмолинской области разоблачили подпольную нарколабораторию. Выращивание конопли поставили на поток прямо на подъезде к столице. Урожайность улучшали с помощью передовых аграрных технологий. Во время обыска изъяли не только готовую к продаже марихуану, но и внушительный арсенал оружия. Это помещение для чего у вас предназначено? Это предназначено помещение для обработки моей травы. А? Для обработки моей травы, которую я выращиваю. Я здесь сижу, обрабатываю и курю здесь. Все началось с того, что в городе Косше задержали двоих мужчин, которые продавали и покупали марихуану. У них обнаружили больше сотни спичечных коробков с наркотиком. Позже стало известно, что марихуана эта выросла в соседнем ауле Кызылжар. Организатором подпольной лаборатории оказался 39-летний гражданин России. Он находится в международном розыске. У него изъяли еще и целый склад оружия. Несколько автоматов Калашникова, пистолеты, снайперскую винтовку, светошумовую гранату, а также радиостанции. С какой целью приобреталось оружие, изучает следствие. А вот секретами выращивания конопли задержанные уже охотно делятся. Урожай обеспечивали научные технологии и продуктивные импортные сорта. Изъято 35 кустов и 19 килограммов готовой марихуаны. Обнаружены светодиодные лампы для искусственного освещения помещения, а также различные приспособления и гербициды для выращивания и культивирования данных растений. Также в ходе обысковых мероприятий были готовые продукции, которые сушились на москитных сетках под вентиляторами.